Привет всем! Вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Condemned Criminal Origin. Так, газовая труба. Мы тут ходили с вами, искали оранжевый комбинезон. Точнее, тот, кто его одел, потом снял. Так, значит, и теперь нам... Да ладно. А этим ты не сможешь выбить, да? Подожди, ладно. А мы, может быть, там были? Навряд ли, потому что здесь требуется топор. А мы, может быть, их где-то упустили? В общем, идем дальше, сейчас будем смотреть, что тут надо делать. Идем дальше, ждем очередного. Да что такое? Так, надо дверь долбануть, вдруг она будет чокнута. Мы, по-моему, где-то здесь быть. Здесь есть аптечка. И мы аптечку. Можем подвосстановить здоровьишко. А здесь что? Ой! Может, мы где-то были тут даже. Да, мы здесь были. А почему у нас кувалда-то? У нас должен быть топор. А, пошли за топором, обратно пошли. Вот сюда пойдем. А мы туда заберемся потом? А, нам вниз и надо, кстати. А может быть и не надо. А, ну вот мы опять и оказались здесь. В общем, давайте топор искать. Что здесь такое? Пойдем сюда. Топорена. Больше-то и некуда. Сейчас полезут, наверное, наши зомбаки отовсюду. Вон топор. Да, вот, собственно говоря. А, так у нас же так, наверное, и закончилась часть, да? Мы топорчик взяли. Да, так вот у нас. Видимо, потом сохранили. Да что ты опять хочешь, говорит Томас? Этот документ — стандартный выпуск расписания поездов. Введены два плана маршрута. Оба начинаются с центральной станции метро. Маршрут 16 Бёрнсайд, отправляющийся в 10 минут 6, половину 8 и половину 10 утра. Маршрут 66B, ведущий в Бриер, это очень маленький фермерский город. Час езды мы на это слышали. Отправляется в половину 10 утра и в полночь. Все, иди. Это его укрытие. Он регулярно отсюда направляется, в эти два места. Я также определила, что ДНК, взятая с образца пота в поезде, совпадает с ДНК, взятым с сигареты. Вероятность 99,8%. Парень, которого ты преследуешь, это тот, кто убил двух полицейских. Да, мы это слышали. По крайней мере, я так думаю. Все, кое-что иди. Все еще не сходится. Идите, сюда, тебе нам топором бомбить дверь. Так, надеюсь, нам недолго проходить. О, пупок вынес. Сейчас, а, сейчас его жена побежит. Еще. Давай, хмаря, бей. Ой, чувачок, ты что так ходишь? Ты что, в туалет что ли ходил? Ух ты, куда пошла Мымра? Ну-ка, бью. Чё ты как червяк сползаешь? Сумасшедшая. Она вообще очень слабая, если честно. Слушай, они полудохлые. Чё, неужели она туда? Можно и сюда пойти. Пойдем сюда вниз. Вот, по-моему, здесь мы и закончили, да? Да, чё, аптекан. Слушай, бери, если можно. Ну, сейчас прошаримся и по-любому вниз пойдем. Так, да, вниз. Здесь пустота вообще, собственно говоря. А, нет, не пустота. Можно пройти. Он как будто ох, ходит. Опять ходы как. Вот пустые. Как мне не нравится, когда ходов так много, не знаешь, куда идти. А лучше пойдем. Хмель, ты что там сидишь? Ты пупок что ли там какой-то? Рука. А, двухстволка, бери ее. Сдвинуть объект. Походу она нам нужна будет, если не дают. Ну давай, сдвигай. О, невидимая рука. Невидимая рука. Взять обрез. Это у кого если... еще? Ну, давай возьмем. У кого еще обрез? У нас не обрез. Так, если нам понадобится топор, жвачок. То он будет здесь. А, так вот, мы вышли, отлично. Вот нам в дырищу прыгать. Давай прыгаем. Нет, надо именно спуститься. Спрыгнуть вниз. Давай. Упок, прыгай. Оп. И кобзец. Ну где сатана? Сейтан, Сейтан. Хмель. Чучух, дырку что ли лезть? А, понятно. А, там где топор, пар закрыли, сейчас нам туда идти. Представляешь? На самый верх. Опа, нзы. Так, а я-то слышу, кто-то тут бегает. Все понятно, куда. Ты поняла, да, куда? Он такой еще ходит, как будто по шлепкам.
чего-то такого. О, чувачок, шуба. Ух, вот это злой. Только, подожди, не надо, лучше сблизи. Чем ты за ним? Пойдем за ним. Пойдем, пойдем. Хмы, ты что там долбишься головой, что ли? Ты, у тебя не голова, что ли, а железная? Я палку вырывал. А, чокнул. Ну и пошел за ним. Так, куда нам идти сейчас? Наверх. По-моему. Подожди. Там, где топор. Не сюда. Ну иди сюда, посмотри, там пар, где пар? Там, где пар был и где мы топор взяли, помнишь? Хмой, что ты дверь закрываешь за нами? Нет, не сюда, а вот сюда давай. Спрыгивай вниз, товарищ детектив. Так, побежали, куда же он убежал? Шуба сзади. Где-то рядом. Не здесь. Хмой, хмой. Ух, с одного раза. Подожди, мы сюда и приперлись обратно. Назад иди. Они так и лежат, что-то дергаются. Так, хорошо, вот мы бежали сюда, сюда, сюда. Нет, не сюда. Здесь тупик. А где топор? Назад. А зачем тебе топор? Ну, вот я там его как раз таки оставил, походу. Вот, вот здесь вот. Угу. Нам топор же нужен? Нет, пока не нужен. Не знаю, хочешь возьми. Но нам туда, где пар, ты помнишь, был пар? Там, где ты взяла топор. В обратку, наверное. Обратно, откуда мы пришли. Мы может, туда... внизу? А, нет, не внизу. Мы оттуда спустились, там пар закрыли. Сюда иди. Вот иди сюда. И где-то еще или внизу. Пошли вниз. Посмотрим. Ищи вон туда. Вот сюда. Вот здесь он был. По-моему. О, руль лежит, понятно, рулить будем. Все, правильно так, идем. Сохранение. Хмари, вы здесь не захмарились хорошо ли без нас? Да, вот значит, здесь тут есть у нас спуск вниз. Давай, здесь пошли. Ох, вот эта высота. Кобель, вот ты не сломал, хоть ножки не сломал. О, хмари, вылезай. Так, и можно было с той стороны пролезть, да, тоже. И смотри, еще есть. След подозреваемого отстыл. То есть мы его упустили, да? Обыщите в любой... То есть нужно найти любую зацепку. Пойдет сюда? Нет. Не пролезет. Толстопузик старенький. Так, хорошо, давай еще поищем. Он уже у нас подустал немножко. Давай скоро сюда. Скоро начнет бегать. Да, скоро начнет бегать. Че, принимает на грудь? Сколько здесь ходов? На грудь принять. Так, это... Идем. Проход наверх. Ты там была? Нет, вот конкретно отсюда я не была, но так мы были с тобой там, мы только что тут. О, шептун. Это я просто проверяю, нет ли там ничего такого. Так, давай. Значит, нам остается идти. И нарезать круг. Вот ох, ты вниз. А куда, под трубу, что ли? Такие расстояния прыгаешь. Давай, че. Хмы. И че мы так, приперли сюда? Ничего делать. А туда. Ух ты. Да. Фу, жесть, напугал хмы. Да, ты еще орать можешь, кабе. Ты еле. Ух ты. Они очень, да, какие-то слабые. Трубу хочешь взять? Да. Топора нет, к сожалению. Так, а че, у нас стволяк окончился? Да. Тихо, что это было? Такое, да. Да, доска с гвоздями. Да ну ее, доску с гвоздями. Будем 10 дырок делать. Ой, пока идем. На расследовать, нажмите прибор. Давай, что там у нас? Что там у нас будет, запахи или что? Запахи, испражнения. Ёп, долбаная птица напугала. А, нам птицу надо найти, понятно. А вот что тут такое. Пока можешь свет включить. Хмы, ты где здесь? Сморканулся. Нет. Я понимаю, что тут лежит птица. Значит, нам к птице. Птичку.
Птичку жалко. Ну, знаешь, ничего. Ух ты, работа наша. Так, что это значит? Пойдем вперед. Кто-то включил вентиль, да? Меня засосала последняя электричка. Как это? Фиг его знает. Вот. Что ты там стрекочешь-то? Куда побежал, шизик? Бабка! Жена пришла защищать мужа. Жена и муж, как бьет. А он ее бьет. А ты не сумасшедший. Он ее бьет, ты ее бьешь, а потом его бьет. Блин. Шокер, шокер, шокер. Затом, о, отлично. Ох ты кто, меня еще так колотит. Слушай, ты бабуин, ты хмырешь. Окружили, блин, со всех сторон. Как где, ты все одинаковые, братья и сестры. Бежали, да. Все, братья, все. Сестра. Еще раз хочешь, чтоб... Жри быстрее. Ой. Не... Он, кстати, орет, как есть. Баба. Ну так, полу. Фух. Так, мой. Еще можно съесть. Ну его хмыри, смотри. Бабка за детку, детка за бабку. Все защищают друг друга. Ну что это у нас? Мы продвигаемся куда-то. Значит, на лестницу, да? Только на лестницу. Да, значит, туда только осталось. Ну, вроде пока все так более-менее понятно. Ага. След остыл. Так, нифига давай. Себе, у него след остыл. Как бы, значит, он зашел, наложил кучу. Видите ли, она за час остыла, и мы не можем след найти. Сохранение. Ё, козлина. Ты чё, какой-то аргун там, что ли, или бабуин? Пшёл вон отсюда. Куда-то он убежал, ладно. Чё, пойдём, мы лучше, да, лучше, ну, так, что-то бежим. Потому что, чё это, мы его будем бить, когда он нас не тронет. Мы, чё-то укает там, бегает. Точно. А, да, как-то деградация в макаку. Он чё-то бегает сам по себе. Фу, жизнь. Хмырь, да что вы все напугаете? Чувачок, ты что там? Блин, кого-то они мне напоминают. А, из-за анабиоза, они такие же чокнутые, блин, вспомнил. Все, конец. Бей его. Ногой, ногой. Хмырь, взад тебе, взад. А? Не будешь, что это? Так, здоровьшка, здоровьшка, здоровьшка. Тихо, тихо, не бей. Отпусти, я ногой его долбану. Сдох, ё-моё. Ты, походу, не ту кнопку жал. Пробил, что нога, пробил. Нога не сработала. Потому что ты жала кнопки, понимаешь? И когда две кнопки жмешь. Слушай, у меня всегда срабатывает, даже если я... Ну, сейчас и посмотри. Фух. Он должен был ударить ногой одновременно и ударить рукой. Ага, ударить. Ну, сейчас хмарёвка долго грузится будет. А, нет, не будет. Ну все, пойдем второй раз бить хмаре. Ну давай тогда шоком тогда пойдем. А, ну так мы тут и остановились. Подожди, ногой. Давай шоком. Шоком, потом дубинкой, потом ногой, потом чем еще? Потом глазом. Давай. Так это он или не он? Дубинчик. Хмаря, сначала шоком. Блин, двое. Блин, ну и че? Надо же подойти к нему надо было. Подожди, жди. Нога. Комбо. Еще раз. Давай, давай. Учись. Ох ты, еще один подошел. Шоком бей, шоком. Шокером бей. Вот шокер не работает. Вот сейчас тут сработает. Дай ноги, дай я с ноги ему долбану. Подойди ближе. Хмыть, ты хочешь ногой короткой? Убежал. Пистона. А птичку принять? Так, пойдем значит, примем, там хорошо. Была аптечка. Пойдем назад. Нет, 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 это он побежал. Шокер. Шокер. Бей ногой, ногой его. Сзади, сзади. Так, шокер, шокер сейчас. Блин, пойдем аптечку брать, сейчас сдохнем. Беги. Уши беги отсюда. Где аптечка? Где там внизу была. Спрыгивай вниз, быстрее. Хмырь бежит. Бабуинский хочет чего-нибудь. Фу, ешь аптечку здесь. Где была. Она, где она, где? Назад иди, назад. Ну, посмотри там, подожди. Вот это, нет, не то, назад, назад, назад. Где-то здесь она была, иди, вот она. Блин, ну ее две сожрали, что ли, ё-моё. Да? Как где, 2 литра приняли на грудь. Значит, нет, да?
значит нету. Потом хуй, тогда шокер ему. А смотри, энергия восстанавливается понемногу. Ну так, чуть-чуть. Восстановилась, да, смотри, повезло. Вот это шокером подходишь с трубой. Трубу ему засовываешь в рот. Как в Аутласте. Хмы. Пойди будем на ручку. Ну где там шебурши? А, это ты шебуршишь? Дайте аптеку. Дайте ей аптечку. Какая хернотня здесь мощная работает. Может, я его все-таки добила? Я не знаю. Я же не увидела, что там с ним стало, побежала быстрее. Ладно, иди посмотри. Так, взять лопату. Ну, давай возьми лопату. Может, что-нибудь откроем. Тихо. Пупа где-то сидит. Блин, лопата как-то закрывает объектив видимости. Ну, давай трубу маленькую возьмем. Хоть бы там где-нибудь сзади держал, что прям перед камерой, перед носом держи. Из трубы фан. Вот, шок, шок. Давай, подходи его, с ноги. Нога неэффективна, она только вблизи работает. А, давай. Еще бей, выбивай дурь из лысины. Натри ему его получше, чтобы он блестел. Так, хорошо, аптечку, пожалуйста. Аптекан дайте. Угостите нас аптечкой. Угостите еще литром спиртяшки чистого, неразбодяженного. Вот сюда в дверь зайди. Назад. Хмы. Требуется что-то от головы. Пульт управления хренотней, понятно. Там была лестница, если что. Повернись-ка. Так, там была где-то лестница. Подожди, ничего, выключи. Не, хмырь не выключится. Мы не имеем права выключать. Попробуй, вот здесь лестница была. Где ли? А, вот лестница. Обернись, вот она. Как ты ее заметил? Я вообще не заметила. Хорошо, что я... Тихо. Вот аптечка. Аптечка. Жрать спиртяшку! Есть. Ой, только половинку восстановила. Почему она сразу не восстанавливает все? Ну, так вот сделали, чтобы... Птица дохлая. Опять-таки же лопату. Ну ладно, бери лопату, будем закапывать трупы. Да ладно, трубу возьмем. Тогда в рот будем запихивать. А подожди, а что ты? Куда? Больше некуда, что ли? А, вот сюда в дверь ищу. Давай. Прыгай. Сохраняка. О, есть. Спасибо, друзья. Мымра, ты откуда взялась? Из шкафа, что ли, вылезла? Коза. Вот, пупила, смотри, сразу половину отняла. Пупок бежит. А, я испугался ее, жесть. Да что там такое? Она из шкафа, походу, вылезла. Открой дверь. Взять. Не надо мне бетонную арматуру. Блин, все равно сделать. Вот, я буду с маленькой трубой ходить. Фух, мать. С маленькой такой трубочкой. О, птичка. Бабуин, ты что там делаешь? Тебе что там происходит труба. Такое? Тебе сейчас труба придет, и к тебе труба придет. Будешь проходом задним. Давай идем. Ищем. О, куда-то все... О, поезд наконец-то. Как в анабиозе по кораблю, так... В этом Condemned по метро, да. Метрополитен. Вот это здесь смастерили разработчики. И главное, никого нет, да? Такое пустое, какое-то как будто заброшенное метро. Тихо. Сейчас какая-нибудь заставка будет, может быть. У меня такое ощущение. Пусто. Маленькая труба. Ничего, сейчас хмыря муж увидим. Я чую. Я всегда чувствую. Он там ползает. Хмы, что ты там ползаешь? К тараканов ищешь? Сожрать хочешь. Это ж твоя еда здесь, в канализации. Трупам только здесь и место. Живые здесь и те, кто в сознании, не будут жить. Ну что тут такое? Может туда? А мы здесь оттуда и пришли, ё-моё. Блин, а мы лопату выкинули. Представляешь, как она далеко? А зачем, зачем хрен тут? Нам только аптечка. Если ради аптечки, да, но аптечка нам нужна вообще, как бы. Ну пойдем туда наверх. Или куда нам? Мы сверху пришли. Да.
Тогда мы пойдем туда. Сюда или куда? Я не знаю, откуда. Мы пошли, пойдем туда лучше. Ну прошайся тогда хочешь как-нибудь. Пошли сюда, смотри. Там где-то был лаз вниз. Вот туда пойдем. Че, все вымерли, что ли? Синяки фиолетовые. Я где-нибудь тут запрятались. А, вот мы кругаля прошли. Понятно, значит нам наверх. Так, а тут где-то этот наш ползает. Да не, его нигде нет. Он уже, он побежал за этим, за тараканом. Таракан слишком быстро бегает, жить хочет. Ух ты, что это? Зачем они тут? Куда-то я добралась. Нахрена вы это сделали, чего нам же там? Так, еще... можно пойти наверх вот сюда. Только наверх, да. Пойдемте наверх. О, шпентель. Крутить будешь? Не хочешь. Руль не крутишь, понятно. Не хочешь ехать на машине. Психом не хочешь выглядеть. О, лопата. Погнала. Пойдем тогда возьмем аптечку, действительно. То, что нам нужно. Че? То, что доктор прописал. Руки. Что? Есть. Чё ты загорелся? Ну блин, что за фигня? Увеличьте давление. Назад, по... назад. Там пар, вот, крути вентиль. Давай. Хмы, крутись. Все, пойдем. Сейчас я... Один из двух паровых вентилей открыть. Назад, беги. Еще, вон там не было вентиля? Где мы еще вентиль видим с тобой? Я не знаю, это не видно. Пошли тогда наверх. Что там? Я не, вот не увидела, где это. Блин, еще один, я тоже не помню. Значит, пойдем туда наверх. Пошли наверх. Здесь мы были, спускались. Значит, пойдем туда, в ту хрень. Или мы сейчас взорвемся. Ох-ох-ох, валим отсюда. Смотри, Кабдес Петрович. Мы сейчас мы не пройдем. Где вентиль? Хмы, ты где есть? Здесь нет, тогда вот сюда беги. Какую-то хрень нам тут сделали с вентилями. Вот он второй, давай, 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 успей. Я убьюсь сейчас. Крути, 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 крути. Отойди подальше. За хрень там выпало. Так и должно было быть. Туда пойдем аптечку брать. Аптечку пойдем брать. И все. Возьмем ура, аптечку ура, и. Ура. Бежим, бежим, и бежим. Хмырь Петрович обхмырился с пятняшкой. Все, сейчас возьмем аптечку и вылетела. Все. А? Дверь вынула. Угу. А, ну вот и проход даже. Ну хочешь, давай туда зайдем. Посмотрим. Отдай нам эту пупка. Отдай всех. Нам. Пойдем туда, отдай зайдем. Нам. Ну чуть-чуть пройдите, просто минутку. Че, опять что-то закрыто? Может, контрольная точка сейчас будет? А, ну, не идет, что ли? Отлично. Так, ты мне мешаешь тут. Иди отсюда, бочка, катишься на нас. Ну хоть хмыль какой-нибудь вылезет. Вот. Покажи синяк. Ух ты. Рельсы, что ли? И куда нам? Что, бить так, хрень, что ли? Сначала требуется сюда, топор. Нет, сюда не пойдем. Пройти, значит, пройти вот сюда. Заброшенная метрополитенская линия. Сейчас какой-нибудь чокнутый поезд поедет на суперскорости и собьет меня, еще не дай бог. Давай пробежимся. Хмы, давай беги уже, что ты? Это он вообще такими маленькими шажочками. Пик-пик. Ну, старенький стал уже. Детокси. Сейчас по-любому здесь где-то должна быть контрольная точка. Вот да, хотя бы да, вот сюда можно. Хмыль, кто там? Еще двери закрывают. Все. Вот. Здесь мы остановимся. Ага. Играть Condemned. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи. Пока, смотрите наше прохождение. Спасибо, что вы с нами. Пока.